Девушка несчастная наша Бутина сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я, у нас публичное мероприятие, но мне здесь скрывать нечего. Я для начала я просто опросил всех руководителей наших спецслужб. Кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, что они кто-то еще-то знает, Совете Федерации. Она там у кого-то там замуж, что ли, работала. Все. Ей за это 15 лет может там быть назначено. Это вообще что такое? Я не знаю, что они там придумают. Ничего накрутят на эти 15 лет.